Друзья, всем-всем привет! Поехали мы на рыбалочку после обеда. Сегодня праздник, решили съездить на рыбалку. Николай Яковлевич каждый день на рыбалке. Меня пригласил, говорит, поехали, пока праздник. Да я не отказалась. На улице солнышко светит, но прохладненько. Всю одежду на себя одела, надеюсь, не замерзну. Все-таки там на речке около воды прохладненькое бывает. Ну, если замерзну, сяду в машину, посижу в машине. В машине-то тепло. Одел сапоги, все одела. Солнце так светит. Ну все, друзья, поехали мы на рыбалочку. Все оставляем. Ой, как солнце светит, даже ничего не видно. В общем, поехали. Все. Курочек выпустили. Надеемся, что Ричард не будет их шугать. Но если будет шугать, убегут в дырочку. Яйца снесли. Как яйца сносят, так мы сразу опускаем их. Где-то 10 яиц сегодня снесли. Сегодня хороший результат. Вообще плохо-плохо несли, пока не стали давать им рыбку. Ну вот стали они еще всякие камушки выбирать. Ну 10 яиц это сейчас хорошо. А то 2 несли, 3. Давайте, курочки, несите нам яйца. Ну вот, все, Николай, я сейчас под кормку шел, а я жду. Все, поехали оба готовые к рыбалке. Потому что сегодня был утром. Поехали за село. Так, ехать примерно 4 километра, наверное, нам, да? Ну? 4 километра, наверное, ехать, или больше. Да, не меньше 4, это точно. Какие просторы. Дорога полевая. Только держись, подпрыгивай. Здесь под сосновой посадка. Ну, как лес уж. За грибная посадка. Да, за грибами приезжаем сюда. Далеко надо. Скоро за грибами. Нет, еще не скоро за грибами. Прям по краю, по берегу едем. По самому краю. Вот такая кама. Широка река, глубока река. Приехали, рыбаков очень много, машины по всему берегу стоят, на той стороне и на этой стороне. Вот такая красота кругом. Попробуем порыбачим, может что нарыбачим. Вот сейчас Николай Яковлевич мне удочку приготовит, первого червяка насадит, а потом я сама буду. Удочку разделает, первого червяка насадит. Такая вода тихая, красивая. Тут тоже вот рыбачат рядом. С детишками приехали. Пока никто ничего не клюнул. Ни одна рыбка не клюнула. Где у нас там поплавочек-то? Вон. А, во-во-во-во-во-во, как раз вовремя. Первое, да? Что у нас там первое? Малюшка. Ну, а мое ведро, если хочешь. Не хочешь мое ведро? В общем, одна рыбка маленькая такая попалась. А, вот мой поплавок стоит на месте. Тишина на речке. Вообще тишина прям. Не шелохнется.
Может быть, и у меня сейчас что-нибудь клюнет. Посмотрим. Пока все еще зелени нету. Еще все сухо. Сухая трава кругом. А небо вот такое сегодня. Красивое. Поймала, маленькая. В этой баночке вообще плохие чайки. Там вообще их нет, два сухаря каких-то лежат. Вот таких червячков. Видно? Насаживаю. Ай, какие они страшные, скользкие. В общем, не очень получается у них червями. Почему ползет и ползет дальше все. Тонкий становится. Ползучий. Маленький. Вот насадила такую штучку. Висит она мне. Больше не могу я их насаживать. Сейчас вся рыба моя будет на этой червяка. Что? На свежей червяка, говорю, вся рыба моя будет. Да. Червячок-то у меня свеженький. За него за хвостик, за них не таскает. Кажется, оторвали. Не в хвостик, кажется, оторвали уже. Нет хвоста, тело. Рыбка совсем плохо ловится. Не хочет ловиться. Маленькая, мелкая ловится, совсем мелкая. Ваське да рыжику только. Но ничего, еще немножко посидим. Может быть, и пойдет у нас клев. Все сидят, все ждут, и мы ждем, когда клев начнется. Но тишина такая на воде, прелесть просто. Вообще ни одной волны даже нету.
Ждем. Настырно. Клево. Вон мои рыбки плавают. Маленькие. Что-то. Все, домой собираемся. Немного наловили кошкам рыбки. И домой поехали. Вот наша рыбка. У меня штук 6, наверное, плавает, не больше, да? Штук 6. Нет, 7, наверное. 5. Нет, 5, больше. 6. Ну, у тебя, наверное, 2 раза больше. Вот такой наш улов. Ну ладно, зато отдохнули. Посмотрите, какая красота. Вот такая красота. Рядом машина тоже, приехали с детьми, рыбачат. Красота. Кама. Смотрите, какая красота. Берег очень высокий. Очень высокий берег. Ехали. И у Васи вкусно, да, Вася? У тебя тоже вкусно? Ну, ты быстро как съел, Вася. Тебе надо рыбы, знаешь, сколько? Ну, ты, Вася, даешь у нас. Ты быстро съел рыбу. Кушай, кушай.